Поехали. Итак, мы переходим к открытой категории 16-17 лет, и будет один участник 15 лет. И объявляю, кто же не я буду жить. Первая пара. Сава, Артемий, Вазия. Сава справа. Вазия слева. Вторая пара будет Бондарчук. Давай, хорошо, вы сидите. А кто мы? Ну, Лаку. Ну, может, вы руки сдвинете? Я же кажу. Рейти, го. Сава побеждает. Базьян проигрывает. Бондарчук, Яровой. Базьян сидит. Бондарчук побеждает. Значит, сейчас пара у нас Яровой и Базьян. Я же оставлял завязку. Вот отсюда надо снимать. Ты победил? Да, они сейчас будут. Значит, кто проигрывает, четвертое место занимает. Выигрывает, борется дальше. Базьян занимает четвертое место, Яровой ждет соперника. Соперника у него будет тот, кто проиграет. Значит, сейчас Сава и Бондарчук. Базьян судья. Гробовая тишина. Разве давай свежи их. Мировой. Есть, и Вазьян свяжет, он тоже умеет. Забрали в магнезе. А, вы уже взорвали. Значит, победитель становится финалистом. Проигравший в полуфинале с Яровым будет бороться за выход в финал. Что вы там крутите, судья? Успокой их, блин, немножко, блин, крутятся, блин. Лежите так, чтобы они не двигались. А дули я попрошу, можете дули? Его. Что? Бондарчук побеждает. И сейчас пара Сава-Яровой.
Ребята, которые по одному разу проиграли. Бондарчук уже в финале. Гарантированное второе место есть. Немножко снимем. Перерыв пока. Скрытые камеры снимем. Готовы? Все, переходим. Итак, у нас финал категории 15-17 лет. Полуфинал. Финал будет с Бондарчуком. Он сделает. Почему не работает? Вот, Камал укусил, уже болит. Так. Проигравший занимает третье место. Кто выиграет в финале, борется с Бондарчуком. Сава побеждает, борется с Бондарчуком за борьба за первое место. Бондарчук, Сава. У нас финал. Бондарчук, Сава. Значит, если побеждает Сава, то будет суперфинал. Если побеждает Бондарчук, он победитель. Бондарчук все-таки побеждает и становится чемпионом. Второе место занимает Саваткин, Нервой третье. И вне конкурса был Базьян, он четвертое место занимает. Ну ничего. Все, готовимся к Кубку Приднестровья.